Самаре стартовали торжественные мероприятия ко Дню воинской славы России. Праздник отмечают 2 февраля. В этот день завершилась Сталинградская битва – переломный момент в истории Великой Отечественной войны. В школе номер 129 прошли уроки мужества и праздничный концерт с участием ветеранов боевых действий. К вечному огню горельефа скорбящей матери Родине на площади Славы возложили цветы и венки.